Так, приехали мы реально смотреть машину. Ну смотреть же, не покупать же. Вот салон Mitsubishi. Сейчас Лена увидит, ту и покупает. Первое, которое я увижу, что это за ужас? Квадратный. Чего, это ретро, знаешь? Я ретро не люблю. Peugeot 301. Ретро мне не нравится. Это что, реально? Да. О, вот это красивое. Peugeot партнер. И сколько такая красота стоит? Сколько? Ну, чуть дороже спорта. Нет, да. Спорта поинтереснее. Смотри. Интересный спортаджи? Не надо поднимать там ничего. Это... Все кричат, что нет запаски. Рефлекторно, простите. Под низом все, вопрос еще. Кость, может, пыж посмотришь? Пыжик, да. А что такое пыжики? Пижу. А, пижу. Кость, вот это красивое. Лен, пойдем, она это чья, я уже только купил. Клевое. О, Алиса выбрала машину. Может, съездим еще раз туда, где мне понравился вот этот большой. Как их? Hyundai его. Ну, я не знаю. В Женеве был переездом. Лучше автомобилем в прошлом году он например. Три дня вот это. А независимо от передизайна. Впереди улучшенный Максим вроде балка. Авто года. Приехали мы теперь в салон Nissan. Смотреть Nissan'ы. А, точно, возле фуршета мы их Hyundai. Да, ну это ничего. Да я же тебе говорю, за Богдана, Hyundai салон. Нет, так такой там Богдан. За Богдан, да. Я пан. А вон жук. Да, женщина сначала мне не понравился, потом разонравился. Да, мне сначала жук понравился, потом разонравился. Так и было. New Qashqai. Гляньте, какой на ней бантик. Подарочек. Навязали. Ну что там? Эй, сами смотри. Что там? А тебе как? Ну я не скажу. Ну тут довольно удобно. Хочешь сюда, Алис, да? Надо идти учиться на право. Мы как-то с тобой не так сели. Я за рулем, а ты на пассажирском. Ну, в принципе, одинаково почти. Посадка какая-то такая удобная. А сзади тут тесновато, колени упираются. Не надо нам подарочек. Мне кажется, Nissan нам не нужен. X-Trail вон он дорогой какой. Так посмотри, что ты только что сказал. Qashqai дороже. Ну, пошли посмотрим. Ты что делаешь? Думала, заводишься уже. Тут еще лодка сверху. Да, было не сразу проще. Удобно? Да. Прям радостный, сразу пойду сзади гляну, как тут. По-моему, просторней. Мне нравится. Да, здесь ноги не упираются, здесь просторней. Причем и здесь мне даже просторней. Экранчика большого нету. Да, там был. По-моему, тонированные стекла. Ну что, так удобно. Да, здесь но удобно. Лучше X-Trail есть X-Trail. А этот еще и с электроприводом, Кость. Лен, нажмись. Куда? Вот это? Да, нажми, отпусти. Прикольно. Ну а если эта система поломается вручную, нет, можно? А как открывать? Так же нажми просто за ручку внизу. Нажми и все. Не нажал. Все? Да. Ну, ну, что-то. Датчик есть. Полноразмер. Ну, тут же маленький по сравнению с теми машинами. Багажник. По сравнению с теми, что мы раньше смотрели. Ты что уселась? Вставай. Слушайте, ну он не намного дешевле, чем тот, что мне там понравился. Ну хорошо, это тоже вариант, раз вы считаете, что это хороший. Nissan X-Trail.
Ты хочешь Nissan? Nissan хочешь? Да мне как-то больше даже Sportage. Вот со своим Sportage. Ну там как-то ну, багажник, да, и по мне так гораздо больше. Уже реально 24 градуса, жара. Мы с Алисой переоделись. Да, мылась? Вот. Я уже в футболке. И едем мы еще в салон Hyundai. Смотрим еще ту машину, которая мне там понравилась. С Егором посоветуемся. Вот он на улице стоит. Здесь даже сам салон красивый. Ну вот, из линии Hyundai я хотела вот такой H1. Потому что в него может сесть очень много человек. И большой багажник. Помимо того, что могут сесть 3, 6, 8 человек, еще большой багажник. Например, едешь в путешествие на море, там даже выспаться всей семьей можно. Я бы хотел такую машину, но просто вот именно в новой, дорогущей, я надобности не вижу. Вот подобрать там бэушную хорошую, Кость, нормально. Новая, другой, дорогущая, нет. Она 5 лет вообще проблем с ней не будет. А бэушные, они все с проблемами. Ты будешь опять на ремонт вкидывать больше, чем выплачивать за эту новую. Просто не так часто такой машиной можем пользоваться. В смысле не так часто? Да, постоянно на ней будем ездить. Почему ей нельзя каждый день пользоваться? Мне она вообще нравится, я тебе говорю, как дом на колесах. Поспать в дороге можно, багажник большой, коляска целиком станет. Друзей захватить где-нибудь. Марину с Кириллом там взяли, сунули к себе и поехали. Девчонок с да Киева в Киев. Больше обычно там за хлебушком съездить, в аптеку сгонять. Это самое. И ну, вот на таком доме на колесах. Ты путешествовать вот это... хочешь? Да. Ну, и подумай об этом. Ну вот, мы соску уронили. Нам сказали, она еще есть в новом варианте. Но мне вот этот тоже устраивает, нравится. Егор решил внутренности глянуть. Тебе Tucson нравится? Они похожи, понимаешь? Угу. А цена ничего. Ну да, цена ничего. По сравнению со всеми остальными. Наверное, может пока вот типа акцентиковый. А потом бы Насте отдали. Он недорогой, 300 щит. Давай Део купим новую. Все же не разваленная будет. Так, малыш, туда не ходи. Сама. Забор. Забирай, Лизку, пойдем. Ой-ой-ой, голову не всунь. Что вот. Лето на улице. Да не говори, мне в футболке жарко. А дети любят голову совать в заборы. У меня когда-то друг был, ему вырезали забора кусок, что он застрял в нем в детстве. Орал, сидел. Дальше мы приехали куда бы, все как вы правда могли подумать, в эпицентр. Надписи все еще так и нет. Я волнуюсь, Егор, нет надписи эпицентр. Ее почему-то сняли. Все знают и так, что это такое. Мы сейчас здесь перекусим в столовой, потому что ездим-ездим голодные. Я люблю здесь кушать. Беру борщик, язык. Костя берет пюре с фаршированными перцами. Мама гречку с какой-то котлеткой. Егор пока не знает, что. А, не, у Егора вот такая картошка. Смажено. Это я по пюре тащусь. В общем, мы, конечно, не хорошие, потому что мы едим очень вкусную еду, а маленькому ребеночку дали кусок хлеба. Ну, нельзя ей еще жирную еду кушать, что поделаешь. Но она этим довольно грызет. А я по дороге увидела, что у Алиски жевательные зубы режутся вот здесь и там, снизу. Так что скоро все, что угодно сможет жевать. Кашу уже не будем брать, да? Мы уже только варим. Кашу сами варим уже, да. Кстати, мы каши варим уже сами. Мы их размеливаем на кофемолке. Лиса прекрасно их кушает с молоком. Вот, так что мы уже давным-давно пюрешки перестали брать. И теперь каши тоже. Сейчас мы пришли чисто взять для перекуса вот такую пачечку.
скажешь? Лена в детском отделе уже что-то купила, да? Ну да. Ну Юла, маленькая Юла. Юла же ребенка должна быть, да? А разве у нас нет? Где-то есть, но старые, и я не знаю где. Старые это в смысле давно купленные? Да, очень давно, 5 лет назад еще, когда я того ребенка ждала, покупала. Сейчас лисенку еще памперсы возьму. Алиса тут подружилась с одной пандой и очень ей много улыбалась. Да, панда, скажи. Скажи, панда. Привет, Алиса. Я панда. Да? Я панда мягкая. Мы думаем, заберем мы эту панду. Да? Да, 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 да. Ку-ку. 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 Схватила. Отпусти. Ай, отпусти мое ухо. Всем привет. Всем привет. Привет. Дай поцелую тебя. Осторожно, женщина за рулем. Что ты смеешься? Просто весело просто. Настроение хорошее. Обалденное. Нашел карточку. Надо было в столовке еще кость. Скидка была бы значительная. Мы застряли на кассе, и за нами целая очередь. Мы ждем панду. Она не пробивается по той цене, которая на ней написана. Вон она в кулечке. Какой-то талант. Вот, блин, из тех товаров какой-нибудь геморрой забыли. Все время на кассе стоит и что-то выясняет. Ну так может тут много просто таких товаров? Непонятно. Стол без досочки умудрилась. Прямо жалко эту бедную брошенную всеми панду, которая сидит в кулечке. Мы без нее не уйдем. О, останешься с ней. Это наше домашнее животное. Да, все из-за панды. Лисюшка, панду заберем? Алиса хочет достать вот эти значки красивые. В итоге выяснили, что панда дороже. Дома большая компания. Смотрите, Алиса сама идет в машинку. Ну залезай туда. Ты думаешь, открывается? Ой, боже мой, как хочется залезть. Да помоги ей, высоко же. Влезла. Еще не догадывается, как сесть вас идите. Вот так вот и ведет, если я не посажу. Все, поехали, да? Поехали, поехали. Поехали за пандой. Что ты там выискиваешь? Что еще? Пупсик? Где-то так же, как панда. Все, мы уже сели в машину, сейчас поедем домой. Пух нагуляли сегодня. Так, ты тут не упадешь, малыш? Ой, бабух. Ну, по идее, отсюда можно достать. Вот. Не успели приехать, уже бросились чинить машину. Шарик нас ждал, чарюсечка. Ждал нас песик, да, привет. Привет, мой хороший. Привет, Джета.
Чтобы поздоровалась с Алисой. Джета, Джета, давай домой. Давай домой, Джет. Она слушается, это без давай, давай. Это тебе не шарик. Шарик тоже слушается. Ну, не шарик надо не тут. Так. Не так. Он даже не вышел. Ну да, боится. Никого он не боится, он послушный. Засыпала Алиса в машине, сейчас уже глаза и открыла. Джета нам радуется, как своим хозяевам уже. Хороший. Да, хороший. Извините, поменьше. Да, да, да. Все, там, у них, да, видишь, у них эти есть. Дотекает? Да, хорошо. Да. Ага, меньше на... Ну, лучше. Один, еще один. И все. И потом будем мучиться его откручивать. Отвертку нет, да? Да не. Болтики что ли? У тебя два. Отвертки. Нет, это Лена просила. Ну я. Ты не путай. Да, вы ключи покупали, Кость. А я хотела купить отвертку. Любимое занятие мужчин. По-моему, им даже кайф доставляет, когда ломаются машины. Да? Нет. Абсолютно. По-моему, вы оба абсолютно довольны. Повозиться. Где чего-то? Вон. Вот. Его надо втянуть. Да. Если туда просунуть отвертку, то плохо. Ну его если сюда подвернуть, то плоскогубцами, да, без проблем. Давай попробуем. Безумный план. Безумный. Цветочков перед домом уже вообще нет, как будто и не росли. Как быстро меняется все в этом мире. Я пойду распакую Алискиного пупсика. Такие это тот пупсик, у которого плохо закрывались глаза. Сейчас в эпицентре пробовала, закрываются нормально. И взяла его. У нас вечер. Вот какой интересный мультик. Кто-кто прилетел, кто-кто песню спел, попробуй отгадай. Все, мама выключила мультик. Да, моя девочка. Как я посмела выключить мультик, да? Котенок. А где у нас Ляля спит, смотри. Давай так Лялю. Ага, ага, покачаем Лялечку. Лялечка, ну и взяла. Где у Ляли глазки, а? Кроватку Лялю, да, кроватку, вот так. Давай, ага, спи, Ляля, спи. Ага, ага, ага. Ой, я не могу. Ага, спит Лялечка, да? Котеночек, смотри, где у Ляли глазки, смотри, Алисочка. Там глазки. Ух тышка. Ух ты, глазки у Ляли. Класс. Какая Лялечка. Да, у тебя куколка появилась. Куколка появилась. Ага, ага, спи, Лялечка, да? Давай ее на подушечку вот так. Вот так на подушечку. Ага. 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 Аккуратненько, Лялю, потихонечку качаем. Вот так. Ну, в общем, вы понимаете, да? Кто-то мне писал, что в годы 2 месяца уже надо иметь пупсика. Я в этом до сих пор не уверена. Но, в общем-то, Алисе нравится, конечно же. Все, и кроватка завалилась, да? Упала кроватка, бубух. Давай поправим кроватку. Положим аккуратненько Лялечку. Вот так. Она еще не умеет свою силу рассчитывать. Подушечка. Кстати, классные подушечки. Это вот такой набор купила бабушка Алисе. Здесь все эти подушечки на липучках.
И мы использовали для куколки. Положили куколку спать и одну подушечку взяли. Мне чем нравится, здесь вот некоторые есть... Пусть здорово. Есть с крупами. То есть они разные на ощупь, тактильные ощущения. Вот здесь вот какие-то, как пенопластовые шарики, шуршащие такие. Вот так. И такие подушечки. Костя сейчас уехал на машине Егора. Починить его машину так и не получилось. Он уехал в магазин, у нас закончились йогурты детские, творожок. Мы остались с Алисочкой сами дома. Да. Кстати, пробовали на приставке записывать, получается. Так что скоро мы вам снимем обзор игры какой-нибудь на PlayStation 4. Напишите, хотите ли вы его увидеть, интересно ли это вам. Потому что Костя мне говорит, Лен, может, создадим отдельный канал для игр? А я ему говорю, да нет, можно на этом иногда выкладывать. Если изредка будет какая-нибудь игра выходить на канале Вредина Лайф, я думаю, это будет нормально. Не каждый же день. В общем, напишите мне, что по этому поводу думаете вы. Всем пока-пока и до новых видео. Пока-пока, помаши. Пока-пока-пока, помаши. Ну, а с кем эта мама прощается? Непонятно, да? Кому помахать?